В Мурманской области продолжают активно собирать помощь для беженцев. Сейчас предметы первой необходимости принимают в 16 пунктах по всему региону. Найти адрес ближайшей точки можно на портале «Наш Север» в разделе «Карты». Для перехода на сайт отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. Помимо этого, на помощь эвакуированным жителям Донбасса начинает работать служба 122. Сотрудники колл-центра ответят на все вопросы, касающиеся получения гуманитарной и финансовой поддержки. Лада Егорова, ТВ 21+.